Хей-хей, это Just Play It, ретро-насилие. И мы продолжаем играть в Mad Max. Да-да, я посмотрел, что это перехватчик, когда делал обоину на видео. Короче, посмотрел я, что нас ждет. В смысле, что кузов, ну, типа, кузов вот этот, для меня каноничный, потому что он очень напоминает этот, Кармагеддон, очень прикольный, а каноничный по фильму... О, а тут можно кузов залезть, посмотреть. Шавлес. Хер посмотришь. Ну, короче, при желании можно сменить. Но сейчас, типа, вот такой есть. Да, не каноничный, но в целом прикольный. Но перехватчика, понятное дело, что перехватчика-то у него как раз и увели. Ну, можно поугарать, погонять на таком пока. Хотя тот мне формой нравится. Вот он прям внушает неприятную штуку, блин, неприятный вид. Stay where you are, no closer. Чего? Don't expect this to last. We're gonna get raided anytime now. That'll be the end of us all. Your little grease monkey. He's about one of the most irritating pieces of human waste I've ever met. Я так понимаю, пока... Мы что-то не сделаем, тут ничего, нельзя крепость это качать. Потому что, я помню, там какую-то вещь нужно было принести, типа металл складывать. Но, видимо, пока мы не доделаем какую-то миссию, нам не дадут. Ну, поедем, покатаемся. Power, huh? Tenacious durability. Take a look, see. Take a look, see. Что ты ко мне пристал? Что? Чего? Почему я не помню это из оригинальной игры? Это миссия, что он там дособерет то, что нужно. Я просто не помню уже. Кузов колосс. Да, все правильно, денег у меня нет. Ну, ладно, будем знать, что нам надо собрать. Короче, чувак, ну поехали. Что тебе надо? Я на миссию пошел. Ты предложением начинаешь меня толкать. Но мне кажется, он как раз и должен сказать, что он... Собери мне крепость. I wish I had no use for the likes of you, but as you can see, we are fading quick here. What are you getting at? Help us establish some necessities, and you'll benefit greatly. I'll see to it personally. I'll take a look. The night promises. Fine, driver. Look around. The essential utilities we are lacking are plain to see.
Ну ладно, давай их сразу погробастаем. Раз он... Че ты пристал? Я только начал обживать лагерь. Опаньки, обозначаются места, где искать. После жажды пороха, короче. Ну, воду-то мы можем сразу привезти? Нефтяной резервуар. Ну, вот эту часть мы чуть-чуть даже покатали, так что все норм. About your amigo, the dinky-dee? Пусть будет. Знать, куда ехать, намного интереснее, чем не знать этого. Ну вот, в принципе, у нас... Да заткнись. В принципе, мы теперь понабрали всякой чуши, чтобы было не просто так ездить, а куда-то катиться. Нет, конечно. Лом 500 штук. Ну вот, тут непонятный фарм, чтобы они развивались, там все дела. This place ain't for your kind, wastrel. You recall our companion, Saint? The Dinky Dee? Do you think he made it out of the inferno that was once my tabernacle? Nah. Burnt to a crisp. Or food for somebody. No, no, I think he made it out, yeah? He's got a survival instinct, that little one, huh? Yeah. I think he would have sought shelter inside my old buggy. The buggy and the dog would have their uses. Я понял, ладно. Я понял. Да понял я. Так. Собака. Собаку нам не подарят. А где пес? Вот здесь пес. По пути мы соберем что-нибудь еще. Ну, короче, посмотрим. Хотя он выглядит даже прикольно. Там корпус. Ну да, неплохо выглядит, конечно. Тот мне более привычный вид. Этот не очень. Ну, к нему тоже можно привыкнуть. Тот просто уже за столько времени стал родным, что ли. My black fingers itch for sacred work. Что-то у нас здесь есть просто поживо. Опять рыскать, а тут что? Чистильщики, кстати.
Чистильщики, это значит, что они будут собирать мне еще аллом дополнительный. А, вот эта хрень стояла. Do my stuff. Might be able to roll up closer in this. Понятно, короче. Не мой тема, которую надо брать. О, тут еще мы не все прошли. Еще жесть. Теперь из-за какого-то лома мы вот тут будем часами гулять. Нефти-то полно, просто. Просто полно. Мне кажется, что мы кругами ходим. Ну, как бы... Тут больше ничего-то и нет. Нам это и нужно, на самом деле. Все остальное здесь бесполезный хлам. Как бы мы не это ищем. Окей. Ну, эта штука нужная. Не зайти ли нам в гости? Take the leader.
Пожгло. Чтобы я хотел на кого и нападать. Да так сложилось просто. Это что, вышка? Пугало. А, это походу босс. Короче, нам надо ехать, куда мы ехали. По пути грабанем одно пугало и поедем туда. Поехали по пути. Тут сейчас всех их потрепишь, больше никого не будет. Хотя бы компания какая-то.
here and fight like a man! You don't look like no more, boy! Хорош, хорош. You want to score this henchman? Are you win? Best way to go. Привет от сухого. Куда угодно старается, лишь бы не дать нормально поиграть. Текс. У меня вода заканчивается. Не то чтобы это проблема. Понял, сзади усиливается буря. Здесь мы как бы были, но нам надо допить. Yes, I understand. If you need someone to come driving, just send a flare. Просто заткнись. Не извиняйся. Просто заткнись. Так, отлично. Сетки тот кузов мне нравится больше. Ну да ладно, найдем другой. Мистер Снайпер. Заедем в гости. Зашли, интересно, посмотри, как у них тут дела. Так, ничего мы тут не упустили, конечно, упустили. Мы зашли в оркестр. Патрончики, череп вот лежит красивый. Она лишней не будет. Здесь, кстати, можно было беспалевно пройти. Но я, например, смысла не вижу заходить так вот скромненько. Нам надо заходить так, чтобы это было красиво. Так.
Кстати, давай-ка мы пока заправимся, у нас тут бензин кончается. У нас, конечно, есть... Вот и все. Мы еще можем воспользоваться ей. Они тут ремонтом занимаются. Там не нужен этот хлам на дорогах. Так, парни. Пойдем общаться и искать веселье. Лестницу надо сбивать, я понял. Здесь мы вроде все взяли. Здесь, кстати, можно нарваться на какие-нибудь капканы, лучше по ноги спустить. Спасибо, я спущусь. Точнее, ты спустишься. Премного благодарен, дорогой. Я надеюсь, ты долго не отклемаешься. Какой молодец, спустил мне лестницу. О, едиба. Нужно всегда сытым выходить. Когда есть возможность поесть в пустоши, это единственное правило. Ешь, пока дают. Конечно, не единственное, но одно из... Интересно. Нам. Где-то тут же должна же быть этот диалоги, миссии, параметры. Нету, прикинь. Хотел подальше отвезти эту, блин, штуку. Кстати. О, завершающий удар. Парирование с оружием, удар плечом, выстрел в живот. Парирование атак с оружием. Голыми руками. Подождет. Патронтажи все дела. Защита кисти. Но это напульсники. Кастетики куплены. Курточку нам никто не дает. Патронтаж. Сойдет. Биться интереснее будет. Хлам мы еще подберем. О, эмблему вижу. Ну, кстати, как минимум туда и надо. Одна эмблема есть. Там вторая. Ну и больше я не вижу. Надо пока светиться нормально идти. Патрончик найти. Водичка. Канистрочка. Лишним не будет. Полезная штука. Ты меня убил, Дакс!
for years. Понимаю. Говоришь, занимаешься подбодриванием много лет. Сейчас я тебя подбодрю, родной. Через цепочки. Прикольно. Может быть, тебя в квартире так сделать, оформить. Опа, они не появились. Ну, я думаю, мы где-нибудь канистру раздобудем. Наверняка. Я почему-то думал, что они появятся. Ну да ладно. Бочку прикатить мы можем? Найдем канистру другую. Канистра всегда внизу. Все это фигня. Может быть, впереди еще были канистры, я не знаю. Вон лесенка, которую надо сбивать, кстати. Наверное, надо было подняться повыше. Блин, я ни о чем не жалею. По две канистры, которые можно было бы взять. Но я их использовал по назначению. О, блять, и у меня канистры нет. Да и в жопу их. Мы найдем способ. Не в канистрах, к счастью. Там наверняка есть еще. В крайнем случае бахнем ведро. Ну, по логике вещей, здесь должна быть еще канистра, так что ничего страшного, найдем. Здесь, например, нет канистр. Так-то штука редкая, так что можем списать ее за то, что мы ее просто взорвали в удовольствие. За то, как красиво разметало народ. А эту штуку мы всегда успеем взорвать. Две. А, эти можно просто выбить. Это мы тоже выбьем, но на обратном пути. Так, что тут у нас есть? Зачем мы выбивали дверь? Ради лома. Справедливо. Я бы камеру изменил, немножко назад отодвинул, но, видимо, это эффект присутствия, как с Resident 4. Ты смотри, кто-то тут рукоделием занимается. Кожи шьют они, понимаешь? То есть из людей они тут шьют кожу, едят людей, как минимум. И это много-много лет продолжается. Это тебе не просто постапокалипсис. Это вот, видишь, они тут жрут мяско обычных людей. Ну, возможно, себе подобных. Возможно, нет. Я так понимаю, с едой тут совсем проблемы, с нормальным мясом так тем более. Все ли я сделал? Ну, я туда не навалил. Ты что, заблудился? А что один? Ну, предположим. Возможно, ты должен был быть проблемой на мосту, но я что-то это отбежать.
это тоже не эмблема, но неплохо, неплохо. Шьют они тут кожи. Музыка типа играет. Мы ждем проблем. Ну раз мы ждем, пойдем искать. Бочки можно взорвать и уронить, да? Возможно, мне предстоит их взрывать по заданию. Лом, забирай, бай-бай. Ты чё, какой стелс? Интересном месте. Кто-то бегает где-то. Местные парни. Отлично. Смотрится своих фильмов и бьют всех толпой. А на самом деле, в нормальной ситуации лучше бы бежать, конечно, от таких парней. Потому что навешивают... Только дай. Даже самые крутые бойцы говорят, да нафиг, лучше свалить, когда такая штука. Понятно, кто-то ищет тренировок себе. Но тут их слишком до хрена. Но тут вопрос жизни и смерти. Моей и их. Я-то сюда пришел... веселью ради, на самом деле. А, наличные уже все. Нахер никому не сдались. Привет. 4 из 4, значит, больше с ними проблем нет. Лом остался как таковой. О, это мы должны сломать. Понятно, как для идиота все пишут. 4 к 4. Можем мы бочку подкатить туда, нет? Исполнятся эти штуки, и это хорошо, потому что красиво получилось. Я с петардами в детстве не наигрался, поэтому наслаждаемся тем, что есть. Ребятки будут подтаскивать лом, и это хорошо. А мы просто потому, что нам надо улучшение делать, это делаем. Я по фану больше. Мне просто это весело. Потом из этого можно смонтировать прекрасный ролик. Веселье, веселье. Я за веселье только.
пока добежишь, что-то охренеешь. Ну, по крайней мере, не надо по 300 раз бегать по этому месту. Все сделано то, что нужно. Так-то, по идее, бензинчик надо было бы экономить. Патроны на вес золота. Но здесь... О, вон лестницу можно было пнуть. Но здесь это игровые ценности. Ну, то есть, условности, что появляется. Конечно... нормального и неправильно это дело взрываться, но ничего, собственно, и нет. Так, 218, ну да ладно, мы едем вот сюда, и тут следующая крепость, пойдем сюда, заберем псину, ее куда-то надо будет везти. А что здесь? Детали разведчики. Ну, ладно. Тут как бы ничего полезного. Чистильщики. Вот нам сюда нужно чистильщики. И... это что? Ценный кузов. Кстати, почему бы и нет? Чистильщики, чистильщики. А где третий чистильщик? Потому что две-то у меня есть. Смертельная гонка. Забавно. Но где-то еще были чистильщики же. Они, наверное, на базах, скорее всего. Разведчики. Раскраска, эмблема. Нефтерезервуар. Вот чистильщики. Ну, понятно, короче. Я бы съездил сюда. Совсем мало. А по пути съездили бы за корпусом. Собака за один день не умрет. Ну или за два, сколько мы проведем времени. А раньше это были океаны, блин. Все так просто. Снайпера не хочу пока больше. Какой-то там тоже склад оружия. О, вот эту штуку мы зацепим. Сейпен спиллидж from a convoy made this black truck. Но все конвои за раз убивать неправильно. Давай оставим на хотя бы какое-то веселье. Чувак ехал за мной и взорвался просто. Понимаю. Forget not the grand mojo what sits on the hood. Так, кстати, мы же убили, мы так и не использовали, что у нас есть. А у нас есть. Эмблемка, в которых, блин, тут как мусора. Старуха-молотилка.
Защита. Это у нас стоит. Вот какую мы открыли? С конвоев должны другие выпадать. Мощность вооружения. Защита. У нас там все нормально. Ладно, не ной. А, мы почти доехали. Нормас. Чё, канистра взорвалась? И ладно. Триста от сессию тракториста. У нас есть теперь возможность качнуть. А, так, труба. Это что? Кузов автомобиля, мы за ним едем. Гарпун 600. Но он более мощный. Предположим, защита, броня. Двигатель, кстати. 300 на двигатель. Быстрее гонять будем. Найдем мы еще всякого хлама. Лучше качнуться, пока есть возможность. Бежончики. Давай подеремся. Серия не прерывается с подката. Я думаю, это серия прерывается. Чистильщики. Еще один останется. Чистильщики — это та штука, которая должна подбирать хлам, когда машина взорвана. Чтобы по 30 раз не нагибаться за ним. Патрончик. Ты, походу, тут отдыхаешь. Его во сне горло перерезали. Отличная идея. Такс, и поехали за кузовом. Нам надо канистрочку найти. С собакой 100 пудов надо минные поля ехать. А я не люблю это дело. Вообще не люблю с собаками. It's an abomination and a waste of good metal. And thus she sets, leaving us in utter darkness. Заткнись. Терпеть тебя не могу. Самый мерзкий напарник. Я вообще не люблю с напарниками играть. Я имею в виду этими игровыми напарниками, которые обязательно навязаны тебе. Типа тебе патроны ищет и так далее. Это уже соло. Hurry up and fix the car. Understood. Будем надеяться, что нормальный корпус мы еще найдем. Это какой-то ублюдский. Я надеюсь, ты возбудился. Ты
вижу, парни, вы тоже возбудились. Первый уровень. Броня первого уровня. Прям интересно. Always carry either crude oil or gasoline. Да всем плевать. Что-то ты плохо её чинил. Железки. Sit tight. Yes, I have a protector sight. But don't be long, please. О, у него тоже что-то есть. Хламидия, например. Так, кемпедрист. Двое, трое. Да, она может надоесть, когда так катаешься. Но, не знаю, веселит она. Луки! О, Луки! That a shell for my sweet? Парни. Die! Чё, ты думаешь, я зря в это умение качал? Заточкой неправильно. Вот так быстрее с ними покончить можно. А с другой стороны дают, почему бы не взять? О да, о да. Then the trial is surely upon this lowly acolyte. I shall protect the magnum opus as best I can. Что у нас тут есть? Металлоломщики здесь детали. Чё ты меня обманываешь? Серьезно? Значит, надо залазить наверх. Металлоломщики, это хорошо. Ага, окей. Вот они. Я сюда ехал за корпусом, а тут металлоломщик. Тоже хорошо, но нам... Хотя, бля, металлоломщики как раз именно то, что и собирает эти. Короче, ладно, разберемся. Походу, тут больше ничего не ждать. Доступен новый глаза. Гаражик, новый корпус. Да, привычно, неплохо, интересно. Новый гарпун 600. Новый мотор. А он хочет, чтобы я этот поставил? Ну, когда до миссии дойдут, я поставлю. Типа по чертежам. We can't build no jack without no scrap. We'll find what we need. Behold! Такс. Ну окей. Мы вроде как собрали необходимое.
прошлого, лом, опарышная ферма. Реликвия прошлого. Нефтяной резервуар. А что мне осталось? Разведчики один мне остался. Где он? Разведчики, я так понимаю, где-то здесь. Чистильщики. Что за разведчики-то хоть? Ну, они типа находят вот такие места, наверное. А мне нужны чистильщики. Вот он. Сколько чистильщиков мне надо? Разведчики одна. Чистильщики у меня как раз одна осталась. Ну вот сюда мне надо ехать. Чистильщики как раз та штука, которая подбирает все это говно по пути. Ну типа можно машину взорвать. И не ковыряться, блин. А просто ехать дальше. Он все соберет. Вот этот штаб мне надо. Парни, я их машину ударил. Они даже не напали. Мне нужно качнуть гарпун, я не могу такие штуки, блин, surprises. Of
Of course I will. If you have to leave me here. Парни, не пускают. Ну, приезжайте, когда будете готовы. She's tugging at my soul, Saint. You be careful here. Я вижу, он не работает, вышел. А он, оказывается, работает. И отключить я его не отключил, а надо было бы. Ну это прям бесит. Scrap! We can't build no track without no scrap! We'll find what we need. Нормально же все шло. The Legion will split you open! What the? Oh,
проход здесь можно пройти было. Конистрочки, конистрочки. Строчки и кони. Бляга полная. Неправда. Целых 3 глотка. Мы сюда приехали... Да просто случайно, на самом деле. Конистрочка. Которая, кстати, восполняется. Значит, что тут такая штука есть важная. Дверка. Аутентично, хорошо, пусть будет.
О, патроны. Красивые дела. Мы... О, еще там лом валяется, да? А там сто пудов как-то вниз лестницу можно сделать. Потому что, ну, как-то неправильно без лестницы будет. А нет. С какой-то другой стороны просто заходить снизу. Спуска здесь нет. Ну, окей, ладно, спустимся. Будем знать, что внизу нас ждет один лом. С какой-то стороны. Я тоже там знал, что нас ждет один лом. Но, блин, туда лестница не спускалась. Никак туда не дойти. О, да ладно. Тут горлан усиливает их, поэтому зачем он нам здесь нужен? First place I'd look. Три семи. Так, эмблема еще одна. Где-то висит. Ага, окей. Весело.
вот эти канистры просто рванули. Цистерна. Канистры наверху были? Круто. Круто, что могу сказать. Там, кстати, пополняемая канистра всегда стоит. Вот она. С красненькой штучечкой. Че еще ночью делать в пустыне? Правильно, завоевывать новые места. Интернета-то нет. Ничего не сделаешь. Эмблема и 4 лома. Лом долго будет искаться, но эмблемы... Эмблемы найдем, я думаю. Ну, ладно. Больше всего утомляет это именно поиски лома. Это настолько скучно. Самое забавное, что мы тут везде уже шли. Но в какое-то место я просто не зашел. Внизу был лом, точно помню, где. Хуй знает. Эта штука не пригодится, наверное. Вода. Пусть эти мне зарабатывают тоже единички. Тут еще эта эмблема странная. Вот, лол. А как туда попасть? Сверху, снизу, сбоку. Ну, сверху, походу. А, мы тут вокруг как-то шли, получается, да. Если бы я ее перекрыл, мне бы не спалили тут ни хрена. И то меня спалили по глупости, а не так, чтобы я что-то серьезное здесь потерял. Вот здесь нельзя почему-то залазить. Было бы намного проще. Зашел с какой-нибудь стороны, залез. Ну, мы, да, мы же помним, что это не стелс. Он бьет в лоб постоянно. Как бы намекая, что он не умен в этом плане, не стратег. Кому нравится, заехал и поприветствовал. Но вопрос, у нас осталась еще одна эта штука. Как-то нам надо попасть туда. Вот тут обходить. Вот это вот больше всего раздражает. Все остальное катание, херание не напрягает. Поиски эмблем и поиски каких-то входов, куда мне зайти нужно обязательно, раздражают. Вот. А, я могу здесь пройти. Лом. В итоге еще три каких-то таких удивительных места, бесполезных для меня, но очень важных, потому что не закроется у меня локация без этого.
Вот все остальное вообще не напрягает. А вот поиски лома, поиски каких-то сраных эмблем, да хер бы на них. Лагерь заняли наши, все. Дальше что еще нужно? Почему я должен бегать тут искать какую-то херобору? Ну здесь мы все взорвали, все взяли. Что еще надо? Вот они прячут их, как обычно, в самых таких, блин, неудобных местах. Мне что, заняться, что ли, нечем? Я бы лучше побегал по местам боевой славы, где я еще не был. Тут самое мерзкое, что я уже везде здесь был. Все, что нужно, сделал. По 300 раз в одни и те же места. А все почему? Потому что нужно найти эмблему и какой-то лом, который мне не сдался вообще. Пенистра. О, парни мне накопали лома. Ну и вопрос, где еще лом и где эмблема? Тут ни хрена нет. Напрягает просто. Цистерна, кстати. Цистерна, которая жжет, да? Так, здесь мы уже бегали, и ни хрена здесь нету. Вот здесь мы не были, да? Как бы это начальная тема, тут нигде эмблем нет. И там мы были. Как бы я все эти места злачные уже прошел несколько раз. И это настолько бесит, что, блять, не знаю, это самый бесящий момент игры, найти какие-нибудь там хероборы. Вообще терпеть не могу это. Абсолютно бесполезный для меня вид занятий. Короче, мы можем слезть, залезть на эту лестницу, спуститься в этот мерзкий путь. Сто пудов эмблема где-нибудь сзади висит. Как они обычно это любят. Кстати, ладно. Лесенка, вот там я не был. Там должен быть один лут, и сто пудов должна быть эмблема. Потому что это так выбивается из всей местности, что сто пудов здесь все вместе. Вот эмблема. Так, и у нас же есть прелесть. Какой-то маленький ломик карманный совсем. О, и две штуки. Ты серьезно? У меня еще где-то один лом лежит. Один сраный лом. Чтобы закрыть эту локацию, мне не хватает одного лома. Вообще несправедливо. Кажется, что он где-то вот тут лежит.
Один лом. Один. А, это тоже созвон. Как бы ладно. Окей. Откуда мне его теперь искать? Я везде вроде бы посмотрел. Что я забыл? Ну, подозреваю, где-то здесь я прошел мимо чего-то. Как бы нет. Я здесь был. Я здесь все смотрел. Есть вход сюда, есть вход сюда. И почему здесь мне не положили лом, чтобы я закончил ходить здесь? Лесенка. Там мы были. Ну, по крайней мере, эмблема нам больше искать не надо. А вот лом, ну куда его спрятали? Полезное занятие. Ну и хер бы на этот лом, я бы вот так сказал. Абсолютно не нужен. Короче, валим. Не в ломе счастье, особенно не в последнем куске его. Просто он бесит, вот что могу сказать. Кусок лома я, говорит, не нашел. Ну, представим, что мы собрали все. Ставил мотор, чтобы что? Чтобы 300 тракториста. Вот нам, короче, две штуки надо менять. Корпус у нас есть, двигатель у нас есть. И по факту нам нужно. Так, а что нам осталось? Нам осталось чистильщики. Полезная штука нам не нужна. Thank you. You might want something useful. Pastor, remember this. Ну, они типа эти отдают места поживы, но я надаю не из-за этого их побить, просто чтобы они не сдохли. Thank you.
похоже на минное поле, кстати. Наверное, это оно и есть. В легкую еду по нему. Займись делом. Стой. Guard the car. Yes, I will not leave her here. Машина сверху. Камера, конечно, тут всегда в отсосе. Или с канистры подобрать меня шарахнуло, что жизнь отобрала практически. Как меня не убило только. Not too close. Headlights are beacons at night. Well, романтика. Сидят обнявшись они. А ты хочешь сказать, что тут еще что-то есть? А мы не здесь, мы где-то здесь тусуемся. Реликвия прошлого. Патрончик. Но реликвия прошлого не может быть рядом с ними, да? Looks like they died embracing each other. Да, это и есть реликвия. А вот и нет, реликвия наверху. Заходишь не такой, Саша. Поставить, если исследовать его чертежам. We have all the makings, all the pieces. We stand ready to finish the jack now. The final touch, we can and must lay at Dirtgash's stronghold. Да нет, у нас 300, так что все нормально. Забрать чистильщиков и возвращаться обратно. Вот
итоге будет и разведчики, и чистильщики. Разведчики, по-моему, которые пошибку делают. А вот чистильщики, это как раз подбор, автоподбор. Look! They are raising one of their scarecrow abominations! I'll deal with it. You alone, Smego! Stick to the leash, boy! He took a beating from us already! Keep an eye on the car. Ну вот. Собирайте заново. Пожалуйста. Так, где вода? Вот вода.
Потому что мы можем откинуть копыта. Надо выпить все. Давай, 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 наливай, наливай, наливай. Еще пару глоточков осталось. Значит, еще где-то три лома валяются. Где-то здесь три лома и мои чистильщики. Так, ну ладно, мы, по крайней мере, уже в состоянии того, что у нас немножко полегче со здоровьем стало. О, лагеря начали работать. И лагерь работает быстрее, чем один, поэтому прекрасно, прекрасно, парни. Так, это все, конечно, хорошо. Но где мои чистильщики? Там, походу, дальше просто есть проход, о котором я не знаю. Но тут ничего нет. Почему тут ничего нет? А где мой чистильщик? А, он, наверное, внизу вообще под кораблем. Предположим. Почему я не вижу своих чистильщиков? Потому что здесь есть вход вот здесь. О, как. Хорошо, это похоже на правду. Вы храните здесь свой хлам. Это мой хлам. По-другому это никак не назвать. Просто поживу и все. Теперь можно возвращаться в крепость. У нас есть несколько этих штучек. Мы будем постоянно... Но мы ничего не будем, на самом деле. Обычно пополняешь там бензин, если у них резервуар нефтяной. А у нас как бы... как бы разведчики, то есть они новые места поживы будут находить. И эти минное поле, что ли, рядом. Sit tight. We sit safe in the car. Thank you.
Такой горящий зашел, блин. Знакомое лицо, скоро ты по-другому заговоришь. Требуются детали. У меня же есть разведчики. Я их не собрал. Ну ладно, похер. Я, скорее всего, металлором 1-4. Это позже появится. Резервуар. Опарочная ферма. Водохранилище. Да, конечно, заткнись только. Вот, чистилище Орлома. Теперь автоматически будет собираться. Прекрасно. Такое ощущение, что я для крепости этого собрал. Это понятно. Куда ты? А, блюхорез. Такое ощущение, что я на его территории, блин, там что-то собрал. Ну да ладно. И ладно. А тут у нас что? Разведчики. Тоже разведчики. Ну пусть будет. Пошел нахуй. The less crazy horns outside. Такс. Интересно, мы здесь и остановимся. И так неплохо поиграли. Всем спасибо, до новых встреч, до нового видео. Пока.